Андреевна Кань, 7 класс, Константин Симов. Ты помнишь Александра Безмоленча? Ты помнишь Александра Безмоленча? Как шли бесконечные злые дожди, как рынки несли нам усталые женщины, прав, как детей дождя и груди, как слезы они вытирали украдкой, как слезы нам шептали, Господь вас спаси, и снова себя надевали солдатками, как в старой войне на Руси.